Чувашии с началом дачного сезона заработали пригородные маршруты. С их помощью большинство жителей городов доберутся до своих участков. В реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Чувашии включено 4 сезонных. Они начинают работать в апреле и заканчивают в сентябре-октябре. Это 107, 117, 108А и 193 маршруты. Пассажиры могут воспользоваться и другими пригородными маршрутами. Садоводческие товарищества встречаются на пути следования практически каждого пригородного автобуса. Кроме того, Минтранс проанализирует состояние межмуниципальных перевозок. Это позволит с учетом предложений жителей внести коррективы в действующую транспортную сеть.